Нудно и скучно, а еще неправильно. Шашлычочек. Ну да, шашлыки популярные, но кошки. А да. Помидоры посохли, у нас тут засуха была. А, да, ты шо? Да-да-да. Для стрижа это было бы круто. Но стриж уже улетел давным-давно. Еще телефон не выпустила в бочку с водой. Это было бы здорово. Нет. Да, мух, ос тут, конечно, дофига и больше. Шашлык вкусный. Что у нас там за посадкой? Там ничего. Домик там. Да полетел он замечательно. Это если кто не знает, мы выпустили нашего стрижа, которого я показывала там в одном из видео. Улетел со стаи, нормально все. О, это была бабочка адмирал, полетела, я не успела. Там соседний с забором. Мне нравятся деревья. И нравится небо. Небо это что-то. Куча яблок. Да. Ну да. Какие-нибудь. Бабушки на даче они. Ну да. Помогают там. Да. Первый раз вообще в этом году шашлык. Да вообще, на майские не смогли, потому что карантин. В Геленджике опасно, хоть на даче. Ловили, последний вагон произвели. Да-да-да-да. Снимать огонь одно удовольствие. Да, вот, да. Уехал, все, дороги назад нет. Ой. Я, ой, отсяду, а то камера сейчас. Бабушка с тяпкой. Куда угодно можно, целая дача в твоем распоряжении. Ну, может быть, да. Ну, вечером это, конечно, лучше. Все-таки огонь ночью это. Конечно. Да. Это стачок, это летом, если ехать хочу. Да сейчас вот приехать и нормально. А, ночью, знаешь, как будет холодно. Да. День теплый, ночь холодная? Интересно. 5 градусов может. А. Ой, а запах пошел. Слышишь, дочь? Да. Это ж лето. Не, нормально. Нормально, да? Да. Это, наверное, концы жилистые такие, а так он нормальный. Сейчас поешь курицу. Там мы всю жизнь свинины ели или нет? Курицу. Курицу? Я не заметила как-то разницы. Это просто потому, что мы его редко делаем, раз в год. Что? Не знаю. Курица будет разумная. Ну ок. Там осталось что-нибудь или нет? Чудесно. Теперь дайте это съесть. А? Запах, говорю, бесподобный. А. Запах, да. Ну давай теперь это съедим. И будет вообще все шикарно. Фига к себе дыма. Главное не спалить. Где мой лимонад? Еда. Неразжеванное мясо, которое мама не прожевала. Сейчас, да нет, съел. Это не слаг крокодилу. Крокодил такой.
Это не успиранием. Мур. Иди к бабушке, у нее мясо есть. Жопка. Мышку принесла. Короче, она тут, я смотрю, и сама себя прокормить может. Только отошла уже. Бля, оставила мышку и ушла. Поняла, да? Принесла. Принесла, показала и ушла. Подавайте мне. Сейчас дадим. И он мужики тоже едят. Хоп, она им мышу принесла. Не раз колбаски. Такая, главное, ушла такая. Вообще. Голова, и ничего не получила. Типа, ну ладно, сейчас. Не расходитесь. Да-да-да. Она тебе вам, да, я знаю, я вас уже изучила, людей, да? И с таким же достоинством с мыши такая идет. Положила, ну-ну, и что вы теперь скажете, да, Люся? Сейчас скажем, сейчас. И что вы, да? И на нас такая смотрит, понял? Ты ко мне в хату, у меня он все эти яблоки, на яблоки мыши нападают. Писюнечка, сейчас мы тебя накормим, сейчас. Мне ты мне несешь или маме? Она несет мне, потому что она знает, что я ее кормлю. Мам, плохо видите. Она идет тетка ко мне. Да. Плохо видите, мальчики. Сейчас я тебя накормлю. Сейчас. Работал. Сейчас. Ой. Да. Она сейчас будет делать вид, что она сейчас вынуждена. Вынуждаете меня жрать эту мышь? Сейчас я тебя покормлю. Она вынуждена питаться мышами. Иди сюда, иди сейчас покормлю тебя. Сейчас дам вкусняшки, сейчас дам, сейчас. Сейчас пожарим, сейчас. Мам, смотрите, Боня заревнует. Да, питаться мышами. Мыша такая здоровая. Куда я хана, блин? А что не мышей не идет? Ну, не знаю. Сейчас покормлю. Я вообще не понимаю. Сейчас. Мыша полноценная что? Еда. Слышь, мам, у меня ролик будет называться «Не мы приехали на шашлык, а мы наблюдаем за кошкой». Это интереснее.